Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И мы сегодня продолжаем играть в Subway Surfers. Для начала мы передаем привет Колчиной Даше. Ну а сегодня у нас обновление игры. И у нас Буэнос Айрес. Давайте поиграем. Сегодня у нас вот такой робот. Да. Вперед! Да. Спешим. Собираем монетки. Да. И смотрим на новую локацию, конечно же. В прошлый раз у нас была Исландия. Все было в снегу, во льду, замороженное. А сегодня у нас вот такая красота. Да. Стало все гораздо ярче. Кругом цветочки. Да, как будто лето. Как будто уже лето, да. Которого, конечно же, все ждут с нетерпением. Да. Вот мы уже долго. Мы ждем очень сильно, да. Посмотрите, как красиво. Мне вот эта локация даже больше нравится, чем предыдущая. Да. Потому что все такое яркое. Даже поезда такие желтые, красивые, да. И вот эти классные тоже. Темненькие. Да, тоже и они голубые. Такие. И голубые. Как будто золотые даже, да? Да, а вот это как будто угольные. В общем, мне это обновление очень нравится. Да. Очень оно такое яркое. Да, как будто тоже даже ставьте лайк. Да, и напишите в комментариях, какое вам нравится больше, предыдущее, где лед, снег, или здесь, когда уже лето у нас. Да, как будто. Ой, задели мы там. Фонтанчики кругом. В общем, очень красивое обновление. Да, пальмы. Пальмы? Да, и пальмы тоже есть. Возьмем пальмы, магнитик давайте. Цветочки. И, конечно же, у нас вот такой робот появился. Да. Новый персонаж мы взяли. Да, такой. Довольно забавный он. Да, как будто и серьезный воин. Вот так мы умеем прыгать. Такая музыка. Музыка такая, да, тоже латиноамериканская какая-то. Да. Интересная. Давайте вот бонус мы возьмем. Давай. Сколько мы пробежим, интересно. Намного. Хочется поставить какие-то новые рекорды, подальше пробежаться. Поезда тут у нас. Опять ботиночки. Опа, вот так мы можем теперь прыгать. Такой смешной звук, когда был бежал, когда был прыгать. Ай-яй-яй! Собака такая, смотри. Не нравимся мы ей. Давайте откроем коробку, посмотрим, какой у нас приз тут. У нас денежки. Деньги. Целых 1000 монет. 1000. Вот столько мы пробежали. 63 тысячи у нас. Да, у него... Он как мяч кидал свою голову. Этот робот. Давайте еще разочек, конечно же, пробежимся. Да. Вперед. Сразу такая бусочка. Да, догоняет нас полицейский. Пытается он нас поймать. Но не такая, как прошлый раз. Да, и музыка поменялась, и оформление поменялось. Да, не как прошлая серия. Немножко по-другому тут даже стало. Мне нравится, когда такой звук, когда он бежит, когда прыгает. Чем больше монет, тем как-то сложнее. Ну, скорость со временем становится больше, поэтому и сложнее. Небольшой бонус. Да. Там что, как это? А, вот звезда. Ах, мимо мы немножко проскочили. Ничего страшного. Да. Там еще и пляж у нас, смотри. Зонтики стоят. Да, ну, вообще красота. Да, красивое уже обновление. Очень красивое обновление.
очень нам понравилось. Так, успели мы взять доску, чтобы спастись. Там был просто тупик. Не успею. Ай, не успели. Вот сейчас мы взять тоже. Хотела я взять доску, но не успела. Давайте откроем еще раз коробочку, посмотрим, что там. А там у нас магнитофон для Фреша. Ну что ж. Да. Голову так. Немножко поменьше мы набежали в этот раз. Ну а теперь, я думаю, давайте поменяем персонажа. Да. У нас есть еще... Где она тут? У нас есть еще Трики. Которые мы тоже еще пока не бегали. Давайте выберем ее. Ну что ж, давайте вот так. Посмотрим, как у нас пробежится Трики. Вперед. Лучше, чем робот, интересно. Или хуже. Берем нашу прыгалку. Да. И у нас попался очень удачно магнитик. Сейчас мы соберем все монетки. Еще магнитик, смотри. А еще наверху, смотрите, там на потолке монетки были. Вон они видны, да? Сквозь потолок прозрачный. Так, да. Вниз, я думаю, лучше. Сколько мы пробежимся? Какой-то вокзал. Да. Ключик. Очень хорошо. 25 ключиков у нас. Ну, очень здесь, конечно, здорово и красиво. Мне прям очень нравится это обновление. Да. Вот там пляж, прям он меня туда тянет. Фонтаны, бассейны. Красота. Да. Приятно так глянуть. Да, так хочется уже лето. Так хочется лето. Скорее бы оно уже пришло к нам. Да. Давайте соберем монетки. Магнитик я там вижу. Хорошо. Вот еще магнитик. Мы уже три магнита уже мы забрали. Ай-яй-яй! Давай не будем тратить ключики. Давайте, да, сейчас попробуем набрать 100 тысяч очков. Вперед! У нас там есть доски летающие. Давайте не будем их экономить, будем их тратить. И попробуем собрать 100 тысяч очков. Да, пока что мы первое задание выполнили. Да, какое-то мы там задание выполнили. Взяли вот коробку, очень хорошо. Там была раньше лава, там была. Да, в Исландии там совсем по-другому все выглядело. Да, вот там как будто школа, вот. А тут сегодня школа, а там как-то было... Фонари какие красивые, смотри. Да. Рюкзак! Вот, можно сверху посмотреть, как это все дело выглядит. И выглядит это дело очень красиво. Какой-то как будто дворец, да? Да. Эх, монетки были с другой стороны, к сожалению, но ничего... Я вижу опять рюкзак. Давайте еще полетаем. Рюкзак летающий.
Естественно, жизни такой не бывает. Я думаю, что не было такой. Ну, такого, конечно, не бывает в реальности, к сожалению. Было бы очень интересно. Да. Так, ну, ай-яй-яй-яй. Стало все гораздо опаснее. Давайте возьмем доску очень удачно. Не в ту сторону, как раз мы там свернули. Да. Ну что ж, давайте возьмем доску для подстраховки. Начинается все уже посложнее. Да. Какая красивая, кстати, доска. Она попалась. И вот она нас как раз спасла. Да, это красивая. Еще разочек. Еще одну доску. У нас, в принципе, запас неплохой. Много у нас их. Интересно, кто их тут разбросал. Какие красивые звездочки после этой доски, да, остаются? Да. Видишь, да, красивый след такой? Да. Магнитик. Интересно, кто разбросал монетки? Вау! Давай как мы... так? А, мы бежим по этой стеклянному потолку. Давай. Классно. Давай потом мы прыгнем, когда будет стеклянный потолок. Ну, попробуем, да. Видишь, как мы удачно на него, получается, опустились прямо и еще сумели там собрать монеток. Очень удачно. Классно было. Очень неожиданно. Даже я не увидела. Я даже, да, сначала не поняла, что произошло. А я все увидел, что... Ну да. Питер. Так, носка нам помогла. Я хочу... Интересно, вы собираете 1000 монет? Ай-яй-яй, опять я тут запуталась. Ну что ж, вот почти 1000, кстати, у нас уже. Ну что ж, 100 000, как мы и хотели, мы набрали. Давайте еще дальше бежать. Попробуем побольше, конечно же, пробежаться. Ой, тут наш полицейский. Да. Становится сложнее, становится быстрее. Да, раньше было заяц. Ну, это когда пасхальное было, да, приключение. Вот был как будто... Да что ж такое-то, все поезда я уже собрала тут. Хорошо ты нас доска. Ай-яй-яй, ну что ж, вот так получилось. Ну, много. Ну, в принципе, 130 тысяч очков мы набрали. Сейчас даже будет побольше. Мало как-то монеток нам дали. Но мы там набрали почти 800, поэтому вот такой 157 тысяч. Да. Молодец, Трики. Трики. И, кстати, это наш рекорд, который обновился. Вот он теперь у нас тут на стене. 157 872. Да. Ну что ж, вот так на рекорде давайте на сегодня остановимся. Да. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Да. Всем пока-пока!